Всем привет, друзья! И вот меня рассмешила та ситуация, когда многие говорят, что Приднестровье нанесло само удар по своему же вертолету воинской части. Мол, это провокация. Да для чего это провокация? Многие мне говорят, мол, эта провокация выгодна самому Приднестровью. Так в чем она выгодна? Мол, это нужно для того, чтобы показать, что Приднестровье обижают и что Россия помогла. Зачем им эти провокации, если они в открытую на съезде призвали фактически Россию помогать ей? Фактически они без каких-либо провокаций на съезде это все сделали. Так какой смысл для Приднестровья свой же вертолет мочить? Нету смысла в этом. Я лично считаю, что это были какие-то третьи силы, которые это сделали. Это мое мнение. Но ни в коем случае это не было Приднестровье само. Потому что какой смысл в этом? Россия не имеет сухопутного коридора. Даже если там 10 этих вертолетов подобьют, это никак не повлияет на российскую реакцию, как это могло повлиять после этого съезда знаменитого Приднестровья. Короче говоря, не верю я в то, что это само Приднестровье.